В эти минуты в стенах Чувашского театра оперы и балета идет церемония открытия международного конкурса молодых оперных певцов. Он проводится уже в третий раз. Как говорят в театре, сама церемония открытия представляет собой яркое зрелище. Через весь зрительный зал проходят участники конкурса, а их в этом году собралось 40 из самых разных стран и регионов России. Незадолго до церемонии открытия с молодыми талантами успела пообщаться моя коллега Ольга Григорьева. Почти на неделю Чувашский театр оперы и балета станет местом, где будет греметь праздник музыки. Именно так уже неоднократно называли сам конкурс в театральной среде. Он проводится в память о великом земляке, служившем протодиаконом и ставшем выдающимся артистом СССР, уникальном басе Максиме Михайлове. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения оперного певца. Имя вообще Максима Дарминовича Михайлова, оно по сути своей международно. Потому что о нем знают все, и его история взаимоотношений на сцене начиналась с Федора Ивановича Шаляпина, заканчивалась она эпохой развитого социализма, так называемого. Вот, поэтому это огромная личность, и эта огромная личность объединила всех нас в этом международном конкурсе. Среди конкурсантов – молодые таланты из разных стран мира, бывших советских республик, Монголии, Китая и Бельгии, а также городов России. Джульетта Кочарова, к примеру, представляет Бельгию, хотя родилась в России. Преодолела 5000 километров, сами понимаете, это бессонные ночи, вторые сутки. И вот я рада, что я нахожусь здесь. Если я пройду на третий тур, я буду исполнять Гуно, орёт Джульетта. 40 исполнителей в течение 5 дней будут в хорошем смысле выяснять отношения на сцене. Это и 6 молодых солистов Чувашского театра оперы и балета. Конкуренция серьезная. Среди исполнителей – лауреаты и дипломанты международных конкурсов и музыкальных фестивалей. Одна из них – Наталья Петрожицкая, солистка музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. За плечами уже 7 сезонов. Скоро ей, как и всем конкурсантам, предстоит жеребьевка. Тоже своеобразные испытания. У каждого есть свое суеверие. Мне кажется, что, и многим так кажется, что первым выступать всегда сложнее, под номером один, и все очень боятся этого номера. Но по мне и закрывать конкурс тоже сложно, потому что, когда люди сидят в жюри, которые сами певцы, которые музыканты, и которым предстоит отслушать немалое количество народа, это, конечно, очень тяжело воспринимается, потому что, в принципе, программы у всех сложные, и все хотят как бы показать себя во всем спектре. Поэтому лучше, наверное, в серединке. Я бы была бы рада номеру 13, но там уж как Бог даст. Праздник праздником, а выложиться придется. Статус международного конкурса все-таки обязывает. Для молодых исполнителей это трамплин для большой или даже мировой карьеры, уверен председатель жюри, народный артист и профессор Академии музыки Литвы Владимира Спрудникова. Ну, а как председатель жюри я буду, видимо, иметь 2 голоса, так если где-то не сойдется мнение, но я думаю, сойдется, потому что ушей у всех столько же, сколько и у вас, глаз, и поскольку мы много лет работаем в этой сфере, поэтому я думаю, что найдем общий язык, и наше решение будет справедливым. Международный конкурс проходит в свободном формате. Это значит, что каждый желающий сможет присутствовать на музыкальном состязании вплоть до закрытия. Ну а завершится конкурс церемонии награждения и гала-концертом 25 августа, в день рождения великого баса Максима Михайлова. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика.